И по традиции в День единства народов Дагестана прошла церемония вручения госнаград. Врачи и педагоги, журналисты и спортсмены, отличившиеся дагестанцы, которые внесли вклад в развитие республики, получили заслуженные награды и почетные звания. Истории людей, чья работа получила признание в материале Джамили Мутаевой. Джамалу Казбекову вручают медаль за отвагу. Указом президента России молодой человек удостоен этой награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Спасибо за внимание тоже, что ему такое уделили. Он очень ждал этот день. Он наступил для него. Председатель правительства Абдул-Муслим Абдул-Муслимов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам от имени главы региона. Это учителя, врачи, ученые, журналисты, представители культурной, спортивной и других отраслей. Мы заслуженно можем гордиться нашими славными земляками, которые стараются быть достойными памяти своих отцов и дедов, продолжают прославлять родной край, достигая значительных успехов во всех отраслях экономики, приумножая рекорды республики в самых разных сферах жизни. В этот праздничный день мы традиционно чествуем жителей нашей республики, представителей самых разных профессий, удостоенных высоких государственных наград. Хурият Аликберова удостоена медали за доблестный труд. Женщина почти 50 лет работает в колледже народных промыслов и туризма в Дербенте. Колледж у нас прекрасный, который по сегодняшний день готовит специалистов и ковровщиц, ткачей коврова, ручного ковроткачества, ювелиры, изготовители художественных изделий из керамики. Я благодарна моему коллективу, потому что они вместе со мной работали, и их труд тоже, считайте, сегодня оценили вместе со мной. В этот праздничный день госнаграды и благодарности получили 40 дагестанцев. Это все те, кто внес большой вклад в развитие республики и продолжает работу на благо Дагестана. Джамиля Мутаева, Махарбек Амариев, Джабраил Рабаданов. Время новостей.